Жители дома номер 32А по улице Хабаровская в негодовании от поведения соседа. Прямо под окнами дома была организована парковка. Вот правда, по всем правилам она незаконна. Мне был такой получен ответ, что скоро здесь деревья будут спилены, а парковка будет заасфальтирована, он поставит столбики и цепи, будет парковать 2-3 машины. Для себя делают парковку. На вопрос, кто дал разрешение соседу организовать стоянку под окнами, жильцы ответили, что он сам, так как является супругом или гражданским мужем председателя ТСЖ этого дома. Эти фото и видеоматериалы предоставила Ирина. На кадрах процесс создания парковки. Жители дома лишились двух деревьев. Когда они достали бензопилу, дружба, и пытались пилить свои деревья, это уже был конец апреля месяца, я лично препятствовала, я просила предоставить документы, на что мне сказали, что неприятности у меня будут с машиной, и вообще это не мое дело. Жильцы решили не оставлять это дело без внимания. Они обращались во все инстанции. Правда, все это пока не принесло каких-то результатов. На данный момент мы вызывали, конечно, участкового, который занимается этим вопросом. И единственные люди, которые нам ответили, это были с администрации города и с департамента лесного хозяйства. Что они вам сказали? Они сказали, что да, на самом деле порубочного билета не было выписано на эти два дерева, которые он спилил самостоятельно. И, по-моему, ему выписали штраф на сумму около 82 тысяч рублей. Теперь жильцы надеются, что ситуация в скором времени разрешится и нелегальная парковка исчезнет. А мы напомним, что если автовладелец огородил себе участок земли возле дома, не согласовав свои действия с другими собственниками жилых помещений и тем самым ограничив их доступ к общей собственности, то речь идет о незаконном захвате территории. Недопустимо устанавливать любые виды ограждений, а также шлагбаумы и полусферы без согласования со всеми жильцами дома и администрацией. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, Новости на 8.